Видеокурс «Пады лапы Макивары. Секреты сверхэффективных тренировок». Поставь себе нокаутирующий удар, получи сверхэффективную комбинацию, а также узнай отличный комплекс по физподготовке. Ссылка в описании под видео. Итак, следующая наработочка – это двоечка с моей стороны, да, излюбленная всеми, особенно боксерами. Два прямых, левый, правый. Я падмен, работаю два прямых, левый, правый. Задача напарника – защититься. Лучше всего защищаться от этих ударов и нарабатывать сбивки и оттяжки. То есть уклоны и приемы в данной ситуации не сильно эффективны, так как не успеешь ответить, и наработочка, вернее, может противник тебя как-то доработать. То есть он защищается, начинаем со сбивочки, то есть отрабатываем две сбивки. Левый прямой сбил, правый прямой сбил, меня провалил. И когда делаешь сбивочку, тоже делай полшага назад, так как ну нереально будет, да, я буду валиться как бы, и поэтому тянуться с двоечкой. То есть я на подскоке два прямых, раз, два. Он со сбивочкой делает оттяжку и сразу правый миддлкик отвечает четко в форму. И такая наработочка. Я двоечку бросаю, тан-тан, и сразу ногой получаю ответ. Задача моего напарника не дать мне попасть эту двоечку, как бы заставить меня провалиться и сразу ногой встретить. И то же самое можно сделать просто с оттяжкой даже без сбивки. То есть, например, левый прямой сбить, а право просто оттянуться и отсюда сразу нога. То есть вот такие принципы защиты такой. То есть, и туда сразу ножка пошла. Я двойку. Я могу делать на скачке, на челноке, как умеешь. И сразу ногой отвечаю. Дальше можно сюда подвязывать еще удары руками, что будет еще более эффективно. То есть от двоечки закрылся, нога, сразу рука какая-то. Но это уже немножко сложнее, поэтому сначала научись делать это. Итак, очередная наработочка, это уже довольно сложная будет наработка, так как мы будем чередовать два встречных удара, связывать их вместе, вот двух прямых, скажем так. Сначала мы наработаем их отдельно. То есть первая наработка – это встречный левый прямой от левого прямого. То, что мы делали в первой наработочке боевых ситуаций. Раз, есть. Меня встретили, я чуть-чуть отошел назад, и я отвечаю правым прямым, тоже ему сразу. На что он отвечает мне навстречу правым лоу-киком. Раз, под руку, да. И старайся нарабатывать это отдельно. Если мы наработали под левый прямой, да, изначально, то правый лоу-кик сейчас мы немножко наработаем тоже отдельно. Я правый прямой, напарник полностью кулаком скручивает, убирает голову, не дает мне возможности дотянуться и отбивает мне опорную ногу. Это очень эффективный удар в бою, особенно против боксеров, которые не ожидают работы ног. Хорошо, а теперь мы это все связываем. То есть работа навстречу, бум, и лоу-кик под правый. То есть как бы ситуация, что я хочу ударить двоечкой, да, левый и правый. Только он меня сразу стопорит от левого и от правого. То есть это работа две навстречу. Я, как боец, да, в бою работаю на воздух, а он меня встречает сначала рукой, потом ногой. Вот такая жесткая наработочка, которую мы сейчас поработаем. Хорошо, еще. Очень эффективно, так как он удара не получает, а я выгребаю жестко навстречу. Нарабатываю.